Добро пожаловать в мультик. Сегодня играем в рисование колес, чтобы пройти обе. Drawing Wheel. Обе. Мне нужно здесь нарисовать колеса, чтобы смочь поехать дальше. Так, давайте попробуем нарисовать, например, вот такое колесо. Смогу ли я поехать? Так, поехали. Насколько далеко я проеду на таких колесах? У меня почему-то неровный круг получился. Так, второй этап. Я не могу... А, нет, я могу поворачивать. Вот, здесь я проезжаю. Отлично, пятый этап. Я молодец. У меня крутые колеса получились. Нет, все-таки... А, не, класс, я заехала. Так, нужно я вправо чуть-чуть заехать. Ну, давай же. Ну, давай. Так, получается, мне, чтобы здесь заехать, нужно какие-то палки дополнительные, что ли, чтобы переключиться. А, нет, я могу подпрыгнуть. Я могу подпрыгнуть на своей машине, но что-то она мне не в ту сторону уехала. Нет! Ладно, придется заново. Так, у меня рекорд. Пятая сцена. Ладно, давайте попробуем тогда какие-нибудь... ромбовидные колеса, чтобы заехать на эту горку. Давайте посмотрим, что у нас тут будет с такими колесами. Поехали. Нет. А, нет, нет. Вот опять проблема была с задним колесом, но мы с этим справились. Едем дальше. Ну, еще чуть-чуть. Давай, давай. Машина. Заезжай. Не хочет. Нет, нет, она встала и по рельсам поехала. Почему? Ага. Вот. Здесь мне, наверное... О, а может треугольничные? Давайте попробуем. Проехаться на треугольных колесах. Так. Я же треугольник нарисовала. Почему они квадратные? Ладно. Ну, давай, заезжай. 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 Ну, ну, нет. Похоже, что... Ну-ка. Нет, он только вверх подпрыгивает. А вперед. Вперед ускорение нам не совсем помогло, потому что мы застряли тут. Так, ну-ка давай. Давай. А, я могу перекрасить. Так, сейчас давайте. А, вот в чем проблема. У меня все-таки не треугольник был. Так, ну-ка. Вот. Вот такой попробуем. Давайте. Ресетнем машину нашу. А, не надо было ресет делать. Поехали. Ускорение. Ускорение чуть-чуть помогло. Так, нужен еще один прыжок. Значит, не надо было делать ускорение. Этот ресет кар. Надо было нажать дан просто. Ладно, в следующий раз так и сделаем. Так, мне надо попробовать выехать здесь. Но я слишком сильно застряла. Мне это не проехать. Так, прыжочек, давай. Давай, помогай. Ну, нет, 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 по рельсам. Сейчас опять поедет по рельсам. Нет, 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 нет. Только не по рельсам. Только не это. Так, сейчас попробуем выехать с помощью ускорения. Нет, ускорение не поворачивает вообще, когда на рельсы встало. Так, давайте тогда... Не обязательно же нам соединять их. Давайте попробуем сделать какие-то палки. Вот что-то... Я не знаю. Песочные часы попробуем сделать. Давайте так. На песочных часах, в принципе, нормально ехать. Ух ты! Классно! Вот, это самые крутые колеса были бы, если бы я не упала. А, нет, мне придется заново рисовать песочные часы. А, ну хотя бы я прошла этот этап. Так, здесь у нас будут такие планки. Мне понравились мои песочные часы, поэтому я их еще раз нарисую. А, уже не могу, мне не хватило моих штучек. Ладно. Я потратил слишком много. У меня такие корявые получились песочные часы. Я провалилась. Ну-ка, ускорение, ускорение. И прыжок, прыжок. Нет, не помогло. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть же было. Ну, давай. Ну, ну, давай, 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 вылезай. Ну-ка. Ну, похоже, нет, я застряла. Придется делать ресет. Попробуем сейчас проехать.
между двумя. Аккуратненько. Нет, 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 нет. Фух, пронесло. Идем дальше. Шестая сцена. И... Ой, восьмая. То есть ее отлично вообще проехали между двумя перегородками. Следующий этап. Десятый. Вообще изи проходим. Так, вот здесь опасно. Опасно тут. Опасно. Опасно. Подпрыгиваем. Давайте подпрыгиваем. Нет, это не помогло. Ну-ка, поможет ли вылететь? Суперскорость помогла, но мы свалились. Эх, засчитают ли нам нашу сцену? Не засчитали. Ладно, давайте попробуем еще раз. Так, мы делали недоделанные песочные часы. Давайте еще раз их сделаем. Мне очень понравился такой формат колес. Он мне помогает проходить. Так, немножечко, немножечко. Нет, 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 нет. О, почему она валится туда? А как же мне проехать-то? Так, давайте заново поехали. Так, так, боком пошла. Отлично, пошла боком. Боком пошла. Ну, а нет, ну колесо одно застряло. Ну почему ты застряла? Есть, получилось. Идем дальше. Отлично. Деревяшки какие-то. Проехали вообще. Класс, интересно. 29%. Дойдем ли мы до конца с этими колесиками? Так, идем, идем, идем. Давай. Есть! Мы вылезли, даже не используя батута. Так, поехали дальше. Идем, 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 идем. Есть. 26. Идем дальше. Я тут не проехала почти. Да что, могут быть такие высокие колеса, что нельзя проехать? О-о-о. Ну-ка. Нет. Вот эти вот уже больше деревяшки. Мы уже не можем на них въехать. Так, ну-ка. Прыжок. Прыжок вообще никак не помог. Так, ну-ка давай. Заезжай. Ты сможешь. Давай, 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 давай. Ну-ка, усиление. Давай. Поехали! Нет! Ну почему такое происходит? Так, 30 уровень. Ну, делаем песочные часы по стандарту. Давай, давай, давай. Давай, ракета. Ракета, давай. Нет, я перевернулась. А почему нельзя ракету использовать? Все, что ли? Так, ресетнуться надо. Поехали. Так, не могу, застряла. Так, надо как-то боком. А, точно, надо попробовать боком выехать. Ну-ка, давай боком, боком, боком. Ну нет, что-то не совсем не идет. Поехали, идем, идем дальше. Ну-ка, ладно, мне нужно, видимо, перерисовать мои колеса. Добавить здесь вот так. Посмотрим, что сейчас будет. Ну-ка. Ну-ка, поехали вперед. Ну, теперь я не должна заваливаться. Ну-ка, ну-ка, поехали. Давай. Давай, 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 давай. Нет. Давайте добавим здесь полоски. Что будет сейчас? Посмотрим. И такие круглые тоже сюда не подходят. А что же сюда подойдет? А, поехали с ракеты, здорово. Ну, жаль, конечно, у меня тут уже совсем большие колеса получились. Я, похоже, тут не проеду. А, нет, получилось все. Здорово. Хоть мы и не на песочных часах, но, по крайней мере, мы едем. Напишите в комментарии, сколько, думаете, процентов мы пройдем с такими колесами. По-моему, мы уже застряли. Все, нам нужно перерисовку делать. Мне нужно вернуть мои песочные часы. Чтобы зацепиться. Поехали. Давай. Вот, вообще идеально. Отлично. Так. Во, все круто. Поехали. Идеальная форма колеса. Пользуйтесь. Так. Песочные часы недоделанные. Поехали. Ну, 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 давай, давай, давай. Ее, мы забрались. 39-е. Идем, идем, идем. Есть! 43 уровень. Отлично. Поехали, поехали. Ну, ну ты что? Ну-ка, прыжок. Нет. А ракета? Есть, помогло. Чуть не вылетели. Поехали, поехали, поехали.
Есть, усиление сделали. Поехали. Идем дальше. 46-й левел. Отличненько. Все, заезжаем, вообще круто. Нет, мы упали. Нет, почему? Ну, как всегда, делаем сломанные песочные часы. Поехали. Ну, куда мы приедем? До какой сцены? Так, 47-я, отлично. Самое сложное началось с дырками. Так, о, вообще легко прошли. А вот здесь вот уже есть опасность провалиться. Но нет, и мы тут тоже проезжаем спокойно вообще. Так, 50-й уровень у нас есть. Ой, там дырки что ли? Можно было провалиться, оказывается. Ладно, идем дальше. Ну, давай, давай, ты можешь зацепиться, я знаю, давай. Ну, так, нет, не помогло. Ресет. Поехали. Давай, 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 давай. Как нам тут быть? Слишком большие такие штуки. О, боком надо ехать. Вот так вот получилось. Отличненько, идем дальше. 52-й уровень. И мы провалились. Так, ресетнуться. Обязательно сейчас. Так, ну, ну, ну. И... Нет, не так. Это не очень-то помогло мне. Так, давай-давай-давай. Отлично. Поехали. Ну. Нет-нет-нет-нет-нет. Ресет. Ладно, идем, 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 идем. Нет. Ну вот, это самый сложный оказался. Так, между двумя, между двумя. Отлично. Поехали. Так, здесь у нас. Ну ничего, мои песочные часы справились. Так, здесь не было обрыва. Это нам повезло. Шоколадки. Так, 55-й левел. Есть, вообще прошли идеально просто. Так, следующий уровень. Ну, давай, заезжай. Есть. 57-й. Так, небольшой скат. И там есть обрыв? Нет обрыва. Классно. Так, тут у нас что? Острые горы. Их мы проходим. 59-й. 74%. Ух ты, смотрите, я тут кого-то встретила. Тут был обрыв. Нет. Нет, ну почему? Так. Ну-ка, мы можем подпрыгнуть? Нет, мы не можем подпрыгнуть. Ладно. Здесь нам надо разогнаться. Мы уже дошли до другого игрока. Круто. Нет, 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 нет. Чуть не улетели, чуть не улетели. А, улетели. Ну, в общем, там все равно надо было использовать усиление, потому что я в прошлый раз провалилась, когда не использовала усиление. Давайте еще раз вернем мои песочные часы сломанные. Поехали дальше. В этот раз они у меня не очень хорошо получились. Трясет. Ужасно. Так, ладно, поехали сильно. Не будем заморачиваться. Вроде едет. Поехали. 62-е уровни. Мы уже почти доехали до этого парня. Ого, как его перевернуло. Здесь у нас... О, дырки нет. Отлично. 63. Нет, только не проваливание. Нет. Фух, пронесло. 64. Интересно, кто из нас быстрее доедет? Так, здесь у нас аккуратненько едем. Отлично. 65-й. Класс. Здесь большой подъем. Мои колеса должны справиться. Ну, давайте, я знаю. Ну нет, не говорите мне то, что слишком маленький подъемчик на них. Так, ну давай. Так, придется перерисовывать. Ладно, делаем вот так. Подлиннее. Палки. Ну-ка. Смотрите, он ждет нас. Или не ждет. Не знаю. Ну давай. Они не такие длинные получились у меня. Слушайте, интересно. Давайте возьмем его идею. Идем такую снежинку. Посмотрим, что у нас выйдет. Ну-ка. Поехали. Есть! Снежинка поехала. Но только... Первый этап. Ну-ка, давай. Второй. Заезжай. Давай.
Главное не встать в рельсы, главное не встать в рельсы. Так, ну, давай, давай, иди, давай. Не хочу я ничего делать. Так, ну. Еще. Есть! Супер! Вообще класс, 66-я. Все, мы его догнали, 74. И тут... Все, поехали. 76. Так, идем. Класс! Мы обогнали этого парня, и уже 95%. И упали. Все-таки надо покупать расширитель колес, который предлагает нам за робоксы. Ладно, мы уже почти близко к финишу. Давайте попробуем сделать мои песочные часики. Ну-ка, на них доедем. Да, на них легче ехать. Какие препятствия? 77-й левел. Так, здесь у нас что? Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, что нам надо здесь? Может, мне нужна большая палка? Ну-ка. О, как мы высоко встали. Отлично. Вообще крутяк. Поехали дальше. И... Ну. Здесь мы не можем заехать. Нам надо тогда... Так, что мне надо? Да, мои песочные часы. Поехали. Ну, что-то мы скатились. Давай, езжай. Слишком большая гора. Ну-ка, давай. Здесь усилитель включать. Есть, приехали. 79. И у нас уже сколько процентов? Ну-ка, нет, мне придется подождать еще усилитель, потому что я скатываюсь. Ну-ка, давайте еще раз. Ну, давай. Нет, ну ни в какую. А где там парень? Он уже нас догнал. Ну-ка, быстрее, нам нужно его догнать, быстрее, нам нужно его опередить. Так, выправиться и нажать ускорение. Так, есть. Фух. Я прошла 100%. Есть. Так, это что у меня? Приз будет работать 2 минуты, что ли? Ну-ка. Покажите мне, ничего не понятно мне. Так. Что у меня тут за вопросик такой? 2 минуты. И что с ним? Что с ним делать? Ничего мне не понятно. Может, меня назад телепортнет? Сюрприз какой-то. Что мне тут готовят? То, получается, я прошел где-то за 20 минут. Напишите в комментарии, какой у вас рекорд по времени, сколько вы потратили времени на прохождение этого лобби. Будет интересно узнать. Подпишитесь на канал Мультиплеер. Так, и что нам тут сказали? Рестарт с плюс 10 скоростью и лазерной пушкой. Зачем она? Давайте посмотрим. Так. О, мне дали награду. А, реверс, это вот это вот есть. Понятно, то есть я на первом уровне. Ладно. О, так, и что? Ребят, напишите в комментарии, подпишитесь на канал Мультиплеер. Удачи вам и пока-пока.